Добрый день, коллеги. В наличии есть запасные части для копировальных аппаратов МФУ РИКА. Оригинальный каталожный номер AD-02-7012. Так выглядит упаковочка. Вес изделия брута 204 грамма. Сейчас я вскрою коробочку и покажу вам, как выглядит вал заряда. Он называется Charge Roller. Коробочка. И вот сам валик заряда. Вес изделия нетто 171 грамм. Это изделие оригинальное, поэтому никаких здесь нюансов по данной единице быть не может. Я не исключаю какой-то процент брака завода, но если есть какие-то нюансы по неоригинальным запасным частям, бывает там с размером, со сроком службы, нюансы, я стараюсь говорить. Если у вас есть потребность в этом изделии, пожалуйста, обращайтесь, в наличии в достаточном количестве.